Здравствуйте, дорогие зрители! И сегодня мы с вами поговорим о такой интересной теме, как понравиться родителям жениха, ну или родителям невесты, смотря какая у вас ситуация. Сразу начну с главного. Умные родители рады познакомиться с невестой или женихом. Будем рассматривать на примере: невеста знакомится с родителями жениха. Родители рады увидеть того человека, кого любит их сын. Умные родители понимают, что их сыну дорога его невеста. И поэтому они настроены положительно. И когда вы идете в гости, не бойтесь, знайте это, что люди не могут не любить человека, которому нравится их творение. А их сын – это их творение. Поэтому сразу настройтесь на положительные, доброжелательные отношения. И что для родителей важно? Первое, чтобы вы любили их сына. Они должны это понимать, и они будут спокойны. Второе – это чтобы ваши семьи были похожи. Постарайтесь найти в вашей семье что-то похожее на семью вашего избранника. И рассказать это. Чтобы родители поняли, что объединяются похожие семьи, что проблем не будет, что системы ценностей одинаковые. И самое главное – это здоровье. Везде всего здоровье. Родители хотят внуков, хотят здоровых внуков. Расскажите о себе то, что вы занимаетесь своим здоровьем, что вы здоровы, что вы можете родить здорового ребенка. Для родителей это один из самых важных пунктов. Понятно, рассказывать нужно не навязчиво, а так где-то в разговоре можно упомянуть, что вы там занимаетесь спортом или там закаляетесь. Расскажите о себе, особенно рассказывайте то, что похоже на их сына. Вот он с высшим образованием, и вы расскажите, где учились. Расскажите о том, что есть между вами похожего. Ну и не забывайте расспрашивать. Обычно говорят о том, как родители познакомились, и рассказывают свою историю, как вы познакомились со своим избранником. И на завершение скажу, расскажите о своих планах. Но, конечно, перед этим поговорите со своим женихом, чтобы у вас планы совпадали, чтобы вы понимали, что у вас один план на двоих, и тогда этот план можно поведать родителям. Особенно если жених подготовил своих родителей, предупредил их о том, какие у него планы. Родители эти планы одобрили, и когда вы просто рассказываете, что у вас с женихом совпадают мнения и у вас общий план, то родители как никогда довольны. Это подходит как к родителям жениха, так и к родителям невесты. Эти советы работают в обе стороны. Если вам нравятся мои видео, они вам полезны, подписывайтесь на канал, ставьте пальчик вверх и до новых встреч!